Всем привет, на связи Денис. И в этом видео мы рассмотрим ответ на вопрос Юрия. Как делать слои в FL Studio? И поговорим об инструменте Layer. Но для начала нам надо добавить несколько инструментов и напишем какую-нибудь мелодию. Вот, допустим, мы написали какую-то мелодию. И эту мелодию должны играть все три слоя. То есть это три слоя одного и того же звука. Поэтому мы копируем и вставляем везде эту мелодию. Теперь представим, что нам надо внести какое-то изменение, и для этого нам потребуется отключить лишние слои, чтобы они не мешали, внести какое-то изменение в мелодию, допустим, вот так. И скопировать это и вставить в другие слои. Обратно включить их. И так каждый раз, чтобы проверить каждое изменение, надо совершать множество действий. Можно сделать проще, добавить инструмент Layer. Вот еще раз нажимаем на плюсик и добавляем Layer. Теперь можно вырезать эту партию и вставить ее в инструмент Layer. Выделяем наши инструменты и нажимаем кнопку Set Children. Теперь все инструменты играют вместе. Если активировать Crossfade, можно с помощью ручки Fade плавно переходить от одного слоя к другому и настраивать баланс таким образом. Также тут есть функция Random, которая случайным образом выбирает один из слоев, который будет играть. Вот, на каждую ноту у нас приходится свой слой. Но это не настолько актуально для лидов, как, допустим, для хэтов. Вот. Я выбрал три похожих хэта с небольшими отличиями. Нарисовал партию для них и включил как раз вот эту функцию random. То есть тоже добавил слой, включил эту функцию и... Теперь хэты звучат более живо, более естественно, как настоящие. Также можно регулировать громкость всех трех слоев. Что еще можно делать с помощью этого инструмента? Можно сохранить весь набор инструментов с помощью функции Save Layer State As. Все это сохраняется в папку Channel Presets в браузере FL Studio. И оттуда можно впоследствии загружать сразу весь набор инструментов. Таким образом можно создать себе шаблон из всех инструментов какого-либо трека, чтобы в будущем использовать их. Например, вот у меня есть шаблон инструментов, допустим, для стиля Future Bass. Я могу одним движением взять и перетащить все инструменты для Future Bass, однажды сохраненные вот таким образом с помощью Layer. Вот они все открылись. Лишние окна можно закрыть с помощью клавиши Escape. Или вот так вот по одному. Или можно нажать F12 и сразу закрыть все лишние окна. А Layer можно удалить. Вот они все. Kick, Bass, другой бас, всякие лиды,
для Future Bass. То есть мне не надо больше искать, подбирать эти инструменты. Я просто разом все их загрузил. На этом, пожалуй, все. Если урок был полезным, поставь ему лайк, подпишись на этот канал, если еще не подписан, и поделись видео с друзьями. До встречи в новых видео.